шаровало буквально так. То есть эмоционально настроилось. Пока на длинных захватах, вот прицепились уже длинными захватами. Хорошая атака начинала Диас. Вот если бы она руку не отпустила. Ошибается на своей подсечке, теряет равновесие. Перишич. Молодец. Ну, маты должны дать, потому что закрылась подбородком сербская спортсменка. Закрыла шею. Как-то не складываются атаки, согласитесь, у сербки. Не складывается вот та жесткость, которую демонстрирует Капани Диас, и лежа, и в стойке. Может болельщикам или поклонникам внушать уверенность, что она одержит верх. Ну, недовороты. То ли боязнь соперницы. Хотя, видите, замечание она организовала в адрес итальянки. Все-таки кровь увидел арбитр на губах. Пока не все у Перишич складывается. Не все. Сейчас неплохо, неплохо. Плотность не хватило, на мой взгляд. Верхний плечевой пояс связать, надо сковать. Вот при такой атаке с падением. Может, сербский дзюдоистке не очень удобная итальянка, которая влево стоит. Еще одна атака. Вторая. И Диас должен это напрячь. Ну,
Иди, на перна с тобой. Так. Ну что, если не было остановки, я не знаю, дадут оценку. В принципе, атакующее действие было. Это в актив положил уже Пересич. Копание два шидо. Ох ты, так налететь в конце за 11 секунд. Сейнаги с колен в правую сторону. Попросим повтор, потому что как увлеклась, как ошиблась. Все контролировала вроде бы до этой секунды. Тут без комментариев. Мы с вами все видим. Этим прекрасен спорт. Заруда! Vamos! Ну, а от режиссера нам этот великолепный бросок. Смотрите, как вдохновенно, да, какие горящие глаза. Вот очень подмечено. Потрясающий показ. Ну что ж, финал.